Минэкономики планируют до 2025-го реализовать 5 проектов будущего. Их инвестиции составят почти 2 миллиарда белорусских рублей. Каждый из проектов объединит межотраслевые научно-технические и инновационные разработки. Кроме крупных инвестиций, это еще и создание более 2000 новых высокопроизводительных рабочих мест. В Беларуси утвердили программу развития электротранспорта. Проект рассчитан на 5 лет. До стимуляции продаж зеленых авто создадут необходимую инфраструктуру. Экозаправки, льготы при покупке также решат вопрос с утилизацией литий-ионных батарей. Семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Эффективность такой меры государственной поддержки многодетных, как семейный капитал, доказана цифрами, подчеркнула она. Расширен перечень товаров, цену на которые может временно регулировать МАРТ. Список дополнен следующими позициями. Мясные пищевые субпродукты, кроме птицы, полукопченая, варено-копченая, колбаса, маргарин, перловая крупа, свежий чеснок, сладкий перец и бумажные салфетки. Михаил и София стали самыми популярными именами в Минске в 2020-м. Об этом сообщили в столичном ЗАГСе. В ушедшем году в тройке самых распространенных имен для девочек оказались Алиса и Мария, а в топе имен для мальчиков – Максим и Марк.